Если есть прямоугольный треугольник, точка на эпифизе перпендикуляр опущена, требуется доказать, что сумма площадей вот этих двух треугольников больше, чем площадь прямоугольника. Доказательство совершенно замечательное. Берем вот такой треугольник, пусть L лежит ниже, чем середина, и рисуем вверх. И в таком случае получается, что вот этот прямоугольник конгруентен вот этому. Ну, вот это можно просто отбросить от большого треугольника. И получается, что вот такая часть большого треугольника вместе вот с этим покрывает такой прямоугольник. Ну, а поскольку она реально тут. Вот.